Предлагаю приготовить салат с грибами и крабовыми палочками. Сочетание ингредиентов очень вкусное и интересное, приятно удивит вас и ваших гостей. Любителям крабовых палочек рекомендую непременно попробовать. Это довольно простой рецепт салата с грибами и крабовыми палочками, который при наличии всех необходимых ингредиентов и заранее отваренной моркови, можно приготовить за 15-20 минут. Пикантность данного салата заключается в том, что крабовые палочки предварительно обжариваются на сковороде. Пусть вас не пугает, возможно, необычная их подача, но, уверяю, получится очень вкусно. Благодаря термической обработке, вкус у палочек становится ярче и интереснее. Обязательно попробуйте. Подавать салат можно как в салатнике, так и порционно. Можно в теплом виде, можно в холодном. На мой взгляд, салат особенно вкусен, если дать ему все же немного настояться перед подачей 1-2 часа. Крабовые палочки, 200 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Морковь, 1 штука, вареная. Грибы 300 грамм, шампиньоны. Укроп по вкусу. Соль, перец, по вкусу. Майонез, по вкусу. Количество порций, 4-6. 1. Подготовьте все ингредиенты. Морковь заранее отварите и дайте остыть. 2. Нарежьте лук перьями и обжарьте на сковороде до готовности. Переложите в глубокую миску или сразу в салатник. 3. Затем на этой же сковороде обжарьте шампиньоны, у меня замороженные. Грибы обжариваем до испарения жидкости и добавляем к луку. 4. Крабовые палочки нарезаем крупной соломкой каждую на 3-4 части, и обжариваем на той же сковороде, где обжаривали лук и грибы. Обжаривайте палочки буквально пару минут, периодически помешивая. Отправляем готовые палочки к остальным ингредиентам. 5. Добавьте сюда же нарезанную кубиками вареную морковь. 6. Заправьте салат майонезом, соль, перец и зелень кладем по вкусу. 7. Хорошо все перемешайте. Салат с грибами и крабовыми палочками готов. 8. Раскладываем по тарелкам и подаем к столу. Приятного аппетита!